много о чем надо рассказать вам. И у меня очень мало времени. Меня зовут Кайл. Я из вселенной параллельной вашей. Мой мир нуждается в вашей помощи. Вы единственный, кто может спасти нас. Мне удалось открыть проход между моим миром и вашим. Через ваш компьютер вы можете войти в наш мир и помочь нам. Но чтобы сделать это, вы должны перенести вашу душу в мое тело. Вы согласны? Нажмите любую клавишу, чтобы сказать «да». Но торопитесь, времени немного. Я знал, что могу рассчитывать на вас. Теперь вы должны сконцентрироваться. Вы сделали это. Теперь ваша душа занимает мое тело. Это последний раз, когда мы можем поговорить. Как только вы пройдете через проход, вы будете сами по себе. Я буду возвращаться в мое тело, когда вы покидаете игру, и занимать ваше место для вас, пока вы не вернетесь. Вот и все, вы готовы. Но помните, как только вы прошли через проход, вы будете сами по себе. Вас никто не спасет, и вы не сможете вернуться, если вы попадете в неприятности. Вы входите в реальный мир. Если вы сделаете ошибки, вам придется смириться с их последствиями. Теперь слушайте внимательно. Чтобы начинать ваше расследование, идите сначала в мою квартиру. Больше нет времени, чтобы говорить. Вы должны пройти в проход прежде, чем он закроется. О, еще одно. Будьте осторожны с моим телом. Это единственное, что у меня есть. Жертвой жестокого нападения. Идите домой, поешьте и утолите жажду. Если у вас пострадала психика, проконсультируйтесь у психотеха. Полиция Омикрона благодарит вас за сотрудничество. Oh!
Кайл, я люблю тебя. Что я никогда тебя снова не увижу. Где ты был? От тебя несколько дней не было ни слуху, ни духу. Кайл, ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Может, мне вызвать медитех? Я Телис, твоя жена. Мы были женаты 3 года. Забавно. Я чувствую, как будто что-то в тебе изменилось, как будто ты немного другой. Четыре дня назад ты не пришел домой с работы. Я звонила в штаб охраны. Там сказали, что ты и твой напарник Дэн ушли на расследование и что они не получили известия от вас. Это все, что они могли сообщить мне. Я просто не могу понять, почему ты исчез. Это могло иметь отношение к делу, которое ты расследовал?
Ты следователь полиции Омикрон. Ты работал над определенными делами со своим напарником Дэном. В дни перед исчезновением ты казался озабоченным, взволнованным. Несколько раз я спрашивала тебя, в чем дело, но ты сказал, что не можешь об этом говорить. Ты также сказал, что несмотря ни на что, добро победит зло. Я просто не могу понять, почему ты исчез. Это могло иметь отношение... Я почти ничего не знаю о Дэне. Все, что я знаю, что он твой напарник и самый лучший друг. Раньше вы проводили много времени вместе по вечерам. Прав. Возможно, ты выяснишь больше на работе в штабе охраны. О, Кайл, я так рада, что ты вернулся! Thank you.
Go!
Agent Kerr. Choose your difficulty. Thank you. Get ready. The fight is about to start. Вернулся и уже уходишь. Кайл, я люблю тебя.
Да, чем я могу помочь? Пока. Thank you.
Привет, что я могу для тебя сделать? До свидания.
Hey! Surpassed your own limits with Psyche Sports Shoes! Their honeycomb cadmium carbonate elastomer and non-skin soles with double reinforced and superconducted micro thrusters will make you a champion! Propel yourself to victory at a speed like Psyche just like... Привет! До свидания. Вам что-нибудь нужно? Thank you.
Удачного дня! Oh.
Привет! Do you want a retinal electroprosthesis? Titanium arm? How about a biomechanical penis implant? There's just one way to go. Buy Consent Biological Implants. The lowest prices in Omicron and exceptional service. And if there's ever a problem, we replace the defective part in less than 48 hours. On special now. Buy a cybernetic arm, Konsu will give you one free finger. So why wait? Buy Konsu. Konsu, the implants you never get rid of. До свидания. Удачного дня!
Привет, что я могу для тебя... Quetta-Cola, the energizing drink with radioactive quanta extract. Quetta-Cola, the drink for today's youth. Be cool, be in. Drink Quetta-Cola, the happiness drink. Health warning. Что тебе нужно? До свидания.
подарок мне? Кайл, ау, где ты был? Все думали, что ты умер. Ты хочешь сказать, что не помнишь, как меня зовут? Что могло случиться с тобой, чтобы ты забыл мое имя? Я Дарк. Ну, ты и Дэн исчезли в одно время. Когда мы выяснили, что случилось с Дэном, то подумали, что то же самое случилось и с тобой. Ты хочешь сказать, что ничего не слышал? Вот это да. Тело Дэна было найдено 2 дня назад в аллее в Аникбахе. Ну, я сам не видел тело, но я слышал, что это было ужасно. Оно было разорвано на куски, как будто каким-то диким животным. Еще нет, они все еще расследуют это дело, но мы достанем его. Нет, понятия не имею, но ты легко можешь это выяснить. Просто посмотри в файлах на компьютерном терминале в твоем кабинете. Ну, тебе просто нужно перехитрить дверь. На самом деле, единственный способ открыть ее – полицейская карточка Дэна. Удачи, Кайл! Заходи ко мне, если тебе понадобится помощь. Thank you.
Опа, призрак! Все думали, что ты мертв, Кайл. И я больше, чем остальные. Честно говоря, я немного разочарован. Ты, Дэн, просто второсортный полицейский, недостойный того, чтобы носить униформу. Если бы я был на месте командора Гандара, я выкинул бы вас из органов много лет назад. И что же я должен знать? У тебя, кажется, проблемы с памятью. Ты уверен, что твои интеллектуальные способности позволяют тебе продолжать работу? Мне его смерть кажется очень подозрительной. Особенно теперь, когда ты вернулся. Я собираюсь предложить командору Гандару допросить тебя. Очевидно, ты должен кое-что объяснить. Я сыт по горло твоими дурацкими вопросами. Прошу выйти из моего офиса. Опять ты? Чего ты хочешь? Мне его смерть кажется очень... Я сыт по горло... Мне его смерть кажется... Я сыт по горло... Я сыт по...
Thank you.